Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, художниками. Надежда Савельевна Войтинская-Левидова, русская и советская художница, переводчица, искусствовед. Училась живописи в Петербурге в рисовальной школе при обществе поощрения художеств. Посещала частные уроки Бернштейна. В 1905-1908 годах занималась литографией и живописью в Германии, Франции, Италии и Швейцарии. Была близка к группе «Мир искусства». С 1912 по 1916 год училась на историко-филологическом отделении высших женских курсов в Петербурге. Бестужевские курсы. Обучение не закончила. В 1924 году окончила Институт истории искусств. Автор серии литографированных портретов для журнала «Аполлон». Среди них художники Добужинский, Бенуа, поэт Волошин, Кузьмин, Гумилев, писатель Чуковский. В 1911-1912 годы дважды ездила в Сибирь к находящемуся там в заключении брату Владимиру. Проводила работу по оказанию помощи политзаключенным. В 1914 вышла замуж за помощника присяжного поверенного Левидова. В конце декабря в семье родилась дочь Ада. В ночь на 23 февраля 1938 года была арестована по подозрению в принадлежности к террористической организации и инкриминировалось руководство этой организации. Через 16 месяцев была выпущена из тюрьмы за недоказанностью обвинения. В годы Великой Отечественной войны вместе с семьей оставалась в блокадном Ленинграде. С конца 1920-х годов по 30-е годы писала очерки, рассказы и повести для юношества. Издала несколько книг, владела четырьмя европейскими языками, делала переводы. С 1943 года служила в Бюро пропаганды Союза писателей, готовила тексты радиопередач, выступала в госпиталях. Ноябрьской ночью 1943 года в ее квартиру попал снаряд. После войны преподавала иностранные языки в высших учебных заведениях. Заведовала кафедрой иностранных языков во Всесоюзном заочном лесотехническом институте. Умерла 21 сентября 1965 года. Похоронена на Преображенском еврейском кладбище. Большинство изобразительных работ художника находится в собрании Государственного русского музея. Некоторые в Третьяковской галерее, музее изобразительных искусств Пушкина, Государственном литературном музее. В 1985 году был снят телефильм «Знакомьтесь, Войтинская», автор идеи, сценарист Шубин. Этот фильм был показан по ленинградскому телевидению. Ну вот так немного информации о русской советской художнице, переводчице, искусствоведе Надежде Савельевне Войтинская-Левидова. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.